Впервые за 25 лет у хищных птиц, проживающих в Абаканском зоопарке, вылупился птенец. Прибавление появилось в семействе филинов. Маленькое пушистое чудо появилось на свет 26 апреля. Долгое время матушка прятала его от глаз посетителей и работников зоопарка у себя под крылом. А когда птенчик подрос, то и тайна раскрылась. Рождаются они достаточно маленькими, но все равно пушистыми рождаются. Просто настолько мама оберегала, поэтому сначала просто по поведению поняли, что у нас радостная новость, что у нас есть детеныш. Филиненку примерно полтора месяца. Малыша кормит мясом из клювика заботливая мама. Птенец пока не пробовал летать, но уже осмеливается выходить на прогулки по вольеру и изучает все вокруг. А если вдруг пугается, то сразу же прячется под мамин бочок. У него уже достаточно крупные лапы, вот ну как он уже формируется, как будет же серьезная птица, филин, да. А еще поведение, оно все равно детское, потому что мама его опекает. Поэтому вот если шумно около вольера, да или просто он немножко от мамы далеко отошел, и он начинает семенить назад к родителям. Имя этому забавному пушку пока не придумали. Все-таки пока неизвестно, какого птенец пола. В раннем возрасте по внешнему виду определить это трудно даже опытным орнитологам. В дальнейшем сотрудники зоопарка планируют взять анализы у филиненка, чтобы сказать наверняка, мальчик это или девочка. Пока интрига сохраняется, а птенчик продолжает расти и познавать мир под надежной защитой родителей.